Квитанции с большими суммами на оплату услуг водоканала пришли жителям домов по улице 2-й кирпичный завод. У кого 9 с лишним тысяч, у кого и вовсе 22 тысячи. Ноябрь нам присылают, кому 5, кому 10, кому вот присылают 19 тысяч. Вот я даже могу показать, у меня даже с собой 19 тысяч. Вот, пожалуйста, задолженность, значит, да, вот, то есть в прошлый месяц мы платили 1719 рублей. И вот посмотрите, итоговое за этот месяц. 19 780. По октябрьской квитанции водоканала Татьяна Горячкина платила 859 рублей за холодное водоснабжение и водоотведение при норме на человека 4,5 куба. А ноябрьская пришла с нормой 7,5 кубов на человека и с оплатой в 10 раз больше. При этом каждый месяц Татьяна Григорьевна за услуги водоканала аккуратно платила. Соответственно, норма увеличилась, тарифы остались, то уже за ноябрь месяц сумма меняется, да? Увеличивается. А вообще к итогу вот 9890. То есть сюда так еще вам какой-то начислили и долг, что ли? Вот, да, вот это вот, две строки, да. Угу. Так, ну, если они делают такие вещи, хотя бы на обратной стороне объяснение. По какому поводу, с чем это связано? Татьяна Григорьевна и жители других домов обратилась за разъяснением водоканал. К слову сказать, дома по улице 2-й кирпичный завод аварийные. Условия в них, мягко говоря, не из лучших. Даже счетчики по техническим условиям поставить нельзя. Сказали, что неправильно были тарифы, неправильные расценки. А теперь все правильно. Неправильно управляющая компания. Неправильно управляющая компания, да. Передала данные. Да. С управляющей компанией, да, они знают. И это получается, за какой же вам период долг вам тут писали? Первый был за 3 года, по-моему. За три года. Чтобы прояснить ситуацию с платежами, съемочная группа ТВР-24 отправилась в водоканал. Оказалось, все дело в формулировках. Еще в октябрьской квитанции мелким шрифтом было написано «водопровод», «канализация», твердотопливный водонагреватель, а в ноябрьской появилась другая формулировка. Многоквартирные жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душевыми и ваннами. Длиной от 1 метра 65 сантиметров до 1 метра 70 сантиметров с душем. Твердотопливный водонагреватель предполагал норматив потребления при условии, что счетчики не установлены, 4566. Соответственно, на вопрос, почему был такой норматив потребления, насколько я понимаю, управляющая компания располагает, ну, на сегодняшний день мы ответа пока не получили, но, тем не менее, управляющая компания говорит, да, дома были благоустроены, и вероятно всего, что было допущено, ну, какой-то, не знаю, ошибка, как хотите, недочет в их работе. Поэтому применялся норматив 4566. Если допущена ошибка, где-то она, значит, допущена в управляющей компании, они с нас брали деньги, да, мы им перечисляли, Мособлэксплуатация. Так разбирайтесь с ними, мы-то почему? Угу. Мы платим за холодную воду, тарифы мы все выполняем, оплачиваем все по количеству проживающих. Какие к нам-то претензии? По словам Ольги Никитиной, перерасчет сделан с 1 декабря 2018 года по 30 октября 2020 года, то есть за 23 месяца по старым нормативам. 7,56 норматив новый введен с ноября. Мы, как водоканал, забросили письмо информационное Мособлэксплуатацию о том, чтобы они нам подтвердили поквартирное благоустройство домов. Потому что я общалась по телефону с рядом жителей, выясняется, что у кого-то и изначально не было ванн. Возможно, есть неточность в определении категории поквартирных. Поэтому водоканал готов сделать перерасчеты по факту комиссионного обследования нашими сотрудниками группы учета и контроля и представителем Мособлэксплуатации. По словам Ольги Никитиной, старшая по дому может организовать жителей, чтобы обеспечить доступ в квартиры. Тогда комиссия водоканала проверит условия водопотребления и сделает перерасчет. Ирина Белякова, Кирилл Емельянов, программа «События».